Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о правилах подготовки кошки к даче. Отправляясь за город, многие дачники берут с собой своих любимых домашних животных, но зачастую такие поездки становятся настоящим стрессом для питомца. Как правильно подготовить кошку к даче, чтобы пребывание за городом доставило мяукающему только удовольствие? Давайте рассмотрим подробнее основные правила подготовки кошки к дачному отдыху. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. Прежде всего, нужно сделать животному все необходимые прививки. Обязательно заранее посетите ветеринарного врача и убедитесь в том, что ваш питомец здоров. Не забудьте взять с собой дополнительные средства защиты от внешних паразитов, например, специальные спреи и ошейники от блох и клещей. Позаботьтесь о комфорте животного во время транспортировки, выберите удобную переноску, возьмите с собой лоток у любимой игрушки питомца. Не забудьте положить в переноску знакомую животному подстилку. Все эти вещи снизят уровень стресса у кошки. Не кормите мяукающего прямо перед поездкой, лучше сделать это заранее, за несколько часов. В противном случае любимца может укачать. Специалисты рекомендуют по возможности перевозить кошку на личном транспорте, а не на общественном. Подготовьте дачу к приезду кошки, обустройте для животного собственное место в доме, проверьте, нет ли дыр в заборе, не растут ли на участке опасные для питомца растения. Положите в доме знакомые животному вещи, так питомец сможет быстрее привыкнуть к новой обстановке. Наденьте на кошку ошейник с вашими контактными данными, с ним вам смогут вернуть животное в случае пропажи. Возьмите с собой на дачу ветеринарную аптечку для вашей кошки. Предварительно узнайте телефоны и адреса ближайших к вашему загородному дому ветеринарных клиник. Если что-то случится с вашим животным, лекарства и данные ветеринарных служб могут понадобиться вам незамедлительно. Позаботьтесь о них заранее. Соблюдайте перечисленные правила подготовки кошки к даче и минимизируйте стресс у вашего питомца от поездки за город. Пусть пребывание на свежем воздухе доставляет вашему мяукающему другу только радость. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!